Они правильно стали или? Ну, что... Итак, продолжаем турнир Кратос Кап 3. Бои по смешанным единоборствам. Лиги Real Fight Promotion. Вадим Кирильчук сейчас сделал тейкдаун и занял позицию сверху. Спортсмен снизу зафиксировал, немножко защищается, не дает возможность атаковать, но тут защиту прошел. Спортсмен сверху накидает, насыпает сверху, как можно больше разбивает ему. Насыпает град ударов. Ну тут чувствуется уже 77 килограмм, ага. Тут уже и вес побольше, и удары посильнее, поэтому... Вот и все. Вот и все. Поединок закончен техническим преимуществом спортсмена. Вадим Кирильчук. Его соперник, такое ощущение, даже не понял, он что уже, случилось. Он в каком-то нокдауне, мне кажется. Он пропустил неплохое количество ударов и уже отходит, тяжело отходит. Видно, что он нахватался. Рефери молодец, вовремя среагировал, остановил этот поединок.